Медитация – танец планет. В традиции раджа-йоги существует знание о том, что внутри нашего позвоночника находится солнечная система. Солнце и Луна в голове, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн в основании позвоночника. Планета Земля – это наше тело. Правый солнечный канал Кету Пингала Нади, левый лунный канал Раху Ида Нади. И эта практика позволяет нейтрализовать негативное влияние планет. Итак, мы садимся с прямой спиной, закрываем глаза и направляем наше внимание в основание позвоночника. Здесь мы будем делать 6 подвдохов из каждого центра. Представляем себе один вдох и в нем 6 подвдохов. Подвдох из первой чакры, подвдох из второй чакры, подвдох из третьей чакры, подвдох из четвертой чакры, подвдох из пятой чакры, подвдох из шестой чакры. Здесь мы делаем задержку дыхания, наклоняем голову. И против часовой стрелки слева направо поворачиваем голову. Это все задержка. Приподнимаем. И уже отсюда мы делаем 6 подвыдохов. Один полный выдох, но в нем 6 подвыдохов. Подвыдох из шестого центра, из пятого, из четвертого, из третьего, из второго, из первого. Это один цикл практики. И мы с вами сделаем сегодня 3 цикла практики, но можно делать 3, 5, 10 и до бесконечности. Итак, приготовились. Мы закрываем глаза, кончик языка поворачиваем к небу. Внимание в основании позвоночника и делаем подвдох из копчика, задержка дыхания, опустили голову, поднимаем голову под выдох. Снова под вдох. Итак, еще раз мы направляем внимание в основание позвоночника в Муладхару. Делаем оттуда подвдох. Затем внимание направляем в Сватхистану, во второй центр. Делаем оттуда подвдох. Внимание в третьем центре. Делаем оттуда подвдох. Внимание в четвертом центре. Делаем снова оттуда подвдох. Пятый центр. Подвдох. Шестой центр, под вдох. Здесь задержали дыхание, наклонили голову, повернули против часовой стрелки. Поднимаем голову, спина прямая. И снова из шестого центра под выдох. Из пятого центра под выдох. Из четвертого центра под выдох. Из третьего центра под выдох. Из второго центра под выдох. И
из основания позвоночника, подвыдох. Руки в намасте перед грудью и поблагодарили себя и пространство за практику.